Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Мы продолжаем серию тренировок с фитнес-резинками и скакалкой. Сегодня у нас третья тренировка. Как всегда, 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. Каждое упражнение по 2 повторения. Между упражнениями и повторениями прыжки на скакалке с высоким поднятием бедра. Ставим таймер. И приступаем. Красная резиночка на голени. Подсели, шаг в сторону. Вправо. Подсели. И шаг широкий. Раз, два, три. Ноги вместе, ноги врозь в прыжке. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. И быстрее. Раз, два. Раз, два, три. Ноги вместе, ноги врозь. Раз, два, три. Врозь вместе, врозь вместе. 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 Закончили. Прыжочки с высоким поднятием бедра. Поехали. Выше колени и больше прыжков. Сделали. Прыжочки. Поехали. Выше колени. И веселее. Раз, два, три. Прыжок. Раз, два, три.
два, три. Прыжок. Пружиним и садимся. Раз, два, три. Прыжок. 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 Сделали. И прыжочки на скакалке. Уже жарко. Поехали. Сделали прыжочки. Первый подход работает правой, второй будем работать левой. Поехали. Thank you.
левом плече. Левую руку сгибаем в локте, прижимаем к корпусу. На выдохе разгибаем. Поехали. Сделали прыжочки. Поехали. Сделали.
Поехали. Сделали прыжочки. Поехали. Прыжочки. Поехали. Опс. Поехали. Ладонями в пол. Отрываем плечи от пола.
выполняем мелкоамплитудные махи с ногами вверх-вниз. Поехали. Оторвали плечи. Горит огнем. Жесть, какое упражнение. Очень тяжелое. Но мы встаем и выполняем прыжочки на скакалке. Не ждем меня. Прыжки. Поехали. Уже должны работать. Поехали. Поехали. Резинка на голени. Руки под ягодицы, ладонями в пол. Оторвали плечи от пола. И поехали махи. Смена. Правая вверху, левая внизу. Это жесть просто. Очень тяжело. Так, последние прыжки на скакалке. И можно переходить к растяжке. Быстрее, быстрее. Поехали. Закончили. Восстанавливаем дыхание. Очень горячая тренировка. Вдох. Потянулись. Выдох, расслабились. Еще раз вдох. И выдох. И последний раз вдох. На сегодня все. Не забывайте подписаться на мой канал, на мой инстаграм. Увидимся с вами на следующей тренировке. Пока-пока.